перед такой прогулкой. Причесочку сделала. Подготовка. А где старт у него? Вот. Так, и он должен куда прийти? Ну, давай, ладно, уже посмотрим. Да, комитет ты на кукурузнике. Давай, иди. Комитет ты на кукурузнике, комитет. Да, сейчас он найдет, он вот так нашел. Теперь по запаху будет. Зачем там мох ему мешает? Да ладно. Так это испытание. Нет, не туда же. Поворачивай. Не туда, да, там кукуруза. Давай, ищи, где пахнет. О, почти, почти. О, молодец. Давай. Подожди, нет, не надо. Ладно. Мне не надо. У него же не будет мотивации идти дальше. Но нет. Давай, комитет. Ну. Куда ты идешь? Он вашу локацию будет исследовать так. Он думает, что это и он же привык к маленьким пространствам. Ну да. Непривычно ему. Комитет, может быть, я тебе положу туда. О, давай, давай, давай. Давай, лезь. Нет, это, чтобы он не снял. Надо было, чтобы он залез. Все, давай, иди, хомячок, да, тогда. Да, что ты не идешь? Давай, иди. Надо ему помочь. Это бы, ну, крыса домашняя, она бы бегала, мне кажется, а хомяки, они... Вот. О, пошел. Давай. Давай. Надо было ему расширить проход чуть-чуть. А это испытание. Иди. А это испытание. Давай, иди. Иди, хомячок. Давай. Но он же не знает, что вы хотите от него куда. Давай, 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 давай. О, молодец. Так. Дальше иди. Он понял. Он, мне кажется, уже понял, да, что. Рассекретил. Все, не трогай, не отвлекайте его внимание, он сам будет. Хорошо. Передвигаться. Блин, он же не увидит вот. А он тогда залезет и он тогда не будет подниматься. Девочки, ну вы молодцы, придумали да, такой да. Креатив. А потом это надо все долго складывать обратно. Не, ну ничего. Это даже да, вот тренажер для хомячка, чтобы заставить его заниматься спортом, чтобы он бегал. Да, он любит хомячок. Ой, как он мило кушает, Варь, ты видела? Лапками. Он его сразу, да, хочет скушать. Лапками держит, не мило. Он любит виноград, но у него не получается. Сюда пойдет ловушка. Да, да, ты там пропустил это. Сейчас там это все запасы съест и спать ляжет. Наелся я. Эй, ты куда? Так, нет, ловушка. О, не пойдет ловушка. Нет, он потом вернется. Пусть она стоит, да, он потом вернется. Там походит и вернется. Давай, иди. Видишь, мой хомячок не тупой, он не пошел в ловушку. А она закроется, если он зайдет туда? Алис, ты ему там очень много еды оставила. Один орешек бы положила. Да, а так он сейчас будет... Нормально. Я, хомячок, ты выиграл. Ты выиграл. Кусочек откусил всего лишь. А, он выиграл и туда убежал. А, все. Испытание пройдено. Где ты?